Анастасия Тимасова работает в библиотеке 5 лет. Узнав, что на форуме «Селигер» появилась смена «Библиотекарь будущего», решила принять участие. Вместе с ребятами из Воронежа и Твери разработала проект «Библиопарк», который вошел в пятерку лучших проектов. Вообще парк – это место отдыха, развлечения. И хотелось бы, чтобы люди приходили в парк и могли позволить себе почитать. Потому что чтение… У нас много людей, которые любят читать. И хотелось бы, чтобы люди, отдыхая, могли взять любую книгу, которая им понравилась, были обустроены в полке, в парках, существовало такое, чтобы был Wi-Fi именно в этом парке, какие-то места для проведения образовательных и каких-то развивающих программ для населения, для города, даже рекреационных программ. Вот. В этом заключался смысл нашего проекта. Я ездила на форум «Иволга». В подобном форуме я приняла участие впервые. До этого свой проект я представляла только на научно-практических конференциях. Тема моего проекта – разработка нового ингибитора соли отложения при добыче нефти. В лаборатории Института органической химии совместно с Уфимским государственным нефтяным техническим университетом был разработан новый высокоэффективный, экологически безопасный ингибитор солеотложений, который блокирует кристаллизацию солей при добыче в скважине. Я защитила его и получила грант. А сейчас уже найдена лаборатория, в которой будет разрабатываться наш ингибитор. Нужно ли подобные форумы, как Селигер и Иволга, на территории республики? Конечно, нужно. Потому что ребята, приезжая обратно домой, они чувствуют некий голод. Это вот как вот ты вот после лагеря, когда ты приехал в детстве, и у тебя такая ностальгия, и ты не можешь ничего с этим поделать. Вот то же самое. Если у нас будет свой собственный здесь форум, и будет какая-то команда, которая будет его постоянно делать, и эта команда будет не просто собираться летом и бросать это все, а будет в течение года как-то этим делать какие-то встречи, какой-то календарный план мероприятий, по встречам будет, по упаковке проектов, по подготовке проектов, тогда будет, наверное, нашей молодежи еще лучше.